Ребята, как вы помните, у меня на канале вышел видосик, в котором я покупал скины, из которых меня убьют, но против меня был Артем Джентльмен. Этот нубасик взял и убил меня, Савика Трэжер Хантера. Так вот, сегодня в ролике я не хочу немножко спойлерить, что вообще произошло. Устраивайтесь поудобнее, приятного просмотра, приятного аппетита, сами все увидите. А также, ребята, поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом или уже с наступившим. Я не знаю, когда вы смотрите этот видосик. Желаю вам успехов в Новом Году, классных дропчиков и киллов в стендовчике. Прожмите, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Это будет для меня классным новогодним подарком, а я буду снимать классные видосики в новом 2024 году и радовать вас видосиками. Поэтому усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали в этот замечательный видеоролик. Let's go! Итак, ребята, кто смотрел предыдущий ролик на моем канале, то вы помните, что я должен был купить себе АВМ Treasure Hunter. Но я настолько сильно разорился в видосе, я закупил скинов тогда порядка на сколько голды? На 1100. У меня на карте осталось просто 3000 рублей. Но самое забавное, что мне нужно купить АВМ Treasure Hunter. И самое забавное, что он только что подорожал на 8000 голды. Ну ладно, надеюсь, мы сегодня его купим. 70 тысяч, сейчас уже 78. Да, да, что-то не по-инвесторски, но тут, кстати, по-моему, 4 арканы. Это арканы, 4 арканы. Кстати, надо срочно их покупать. Это, они стоят всего 2-3 тысячи, конечно. Нам нужно сегодня купить Treasure Hunter. Treasure Hunter у меня, в принципе, никогда не было. И плюс мы продолжаем, ребята, нашу рубрику, где я хочу купить себе все скины. И, по-моему, если так посмотреть, так совпало, что у меня из авиков нету только, получается, Treasure Hunter. Эти два авика у меня есть. Туерса. А, и у меня уже скоро будут все авики, получается. Короче. Сегодня наша цель купить АВМ Treasure Hunter. Но у меня есть 2000 рублей, ты знаешь, что это значит, Рикардо? Это значит, что у тебя не хватает. Да, поэтому мы пойдем на GG-шечку. И я надеюсь, ребят, на самом деле, что у меня очень получится и все пойдет по плану. Поэтому усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали на GG-шечку. Итак, ребята, мы на GG-шечке. Я очень надеюсь, Рикардо, что сегодня у нас все получится. Я сегодня даже хочу позвать Данька Инвестора, чтобы он руководил этим всем. Во-первых, ребятки, у нас вышла обнова магическая, но нам пока это не интересно. Нам нужно закинуть деньги. А у меня есть промокодик, он даст 20%. Да, у меня будет больше. Так, у меня на карте есть чуть больше 2000 рублей там. Но я закину, наверное, все-таки тебе 2000. И получается, у меня на балансе будет 2400. Так, ребятки, я сейчас, получается, выберу оплату картой. И, наверное, я это пока что все пропущу, поэтому включусь, когда я уже, собственно, закину. И погнали подниматься на джижке. Итак, ребятки, я закинул 2000, у меня 2400. Все, у меня больше нет денег, я просто, ребята, задонатил все, что было. Погнали теперь! Надеюсь, что получится. Так, заходим, получается... Ой, куда я зашел? Заходим сначала в ивент. Ну, Басик, что ли? Ты не знаешь, куда заходить, что ли? Мэнчик, ты рофлич, я знаю, все. Барабан бонусом. Не-не-не. Это все по порядку, братанчик. Сначала лавка Оливандера. Ты знаешь, что такое Оливандер вообще? Я знаю, это оливки, которые продают. Сначала нужно барабан бонусом. Оливандер, он выдает магические палочки. В Гарри Поттере. Оливки кто дает? Короче, он сейчас должен... Причем здесь вообще оливки, Рикардо? Ладно, все. Создаем Оливандер, пожалуйста, дай мне какой-то ножик. Просто 2000 галеонов для первого крафта Оливандер. Я в тебя верю. Нифига, дед. Найс, бабочка, кама на старте. Это самое дорогое, что я вообще выбивал. Отлично. Так, битва против Волан-де-Морта. Ну, я как бы за Слизерин, поэтому... О, я буду ему этот... О, нифига себе. А я что делаю вообще? А, я хилю Волан-де-Морта. Ты участвуешь в битве, ты шлепаешь. Тебе нужно либо же пошлепать Волан-де-Морта, либо же похилить Волан-де-Морта. И ты, получается, поднимаешь в рейтинге, поднимаешься, либо в хилер, ну, короче, или... короче, какая-то фигня. Я сюда пришел как бы поднимать голдишечку. Мне нужен сейчас... Блин, я забыл. А, во, барабан. Так, барабанчик. Они обнулили кодовое слово? А, нет. Мне осталась одна буква. А прикинь, если я сейчас еще... Прям на видос соберу. Уф, было бы славно. Погнали, крутим барабанчик. Это что такое? Фрикейсик?
Это что? Два предмета для контракта. Не-не-не, мэнчик. Ввести код. Код. ТХ. Кап. Применить. О, мэнчик. Погнали, крутим. Плюс 100. Плюс 2 спина. Чё? Предметик, кейсик. Ты изи кейс. Это что такое? Неплохой вроде, сколько? Насик, 100 рублей, рыстл. Сюда, мэнчику. Кстати, мы еще даже и баланс не потратили, чисто на халяве какой-то вывозим. Так, погнали теперь в кейсик, который называется Элит. Ребят, если вы достигли 3-го уровня, вы можете его открыть, воспользовавшись вот этим промокодиком. Вот, ребята, вот такой промик на английском языке применить, и мы можем открыть бесплатный кейс Элит. Здесь, в принципе, неплохой дропчик, но, опять же, ребят, ну, как бы, за бесплатно, почему бы нет. Так, по 50 ралли, 3 голды. Ну, это мы продаем. Также, ребят, если у вас нет еще 3-го уровня, можно зайти, получается, в кейсе граффити. Ты видел, там забагался кейс? Смотри. Нифига, я первый раз такое вижу. Походу, сегодня у нас точно окуп будет, потому что я сайт багаю. Заходим сюда, вводим промик, ребятки. Вот такой вот промик применить. И еще, если у вас нет 3-го уровня, можно бесплатно открыть кейси граффити. Но я, честно, отсюда всего один раз выбивал какое-то граффити, прям дорогое. Но, опять же, за бесплатно, в принципе, кайф. Так, что нам выбило? Let's go, let's go, 15. Халява, let's go. Так, Рикардыч, у нас 2400. У тебя есть какая-то тактика, чтобы жестко окупиться? Нет. Блин. Куда живой кейс? Сразу снажу. Блин, кстати, ты видел, у меня какой кейс добавили на жижки? Чекай. Это твой кейсик, капитанчик, год твой кейсик. Открываем сразу же 5 штук, 5 или 10. А давай сейчас, 5. Слушай, а давай откроем кейс каждого ютубера и посмотрим, у кого самый дорогой дропчик. Давай. Let's go, погнали, погнали. Окей, погнали. Начнем с холдика. Давай быстро прям по одному кейсику, так. Да, пока да. Что, так, у холдика 98. Ну, давай продадим. Да, нормально, слушайте, окуп, но окуп. Окуп, да, первый кейс окуп. Пока что рекорд 98 у холдика. Ну, конечно, потому что один кейс открыли. Так, ирландчик. Ну, ирландчик вроде, ну, басик. Как я... О, что? Чего? 2500! Чего? Чего себе, нубасик? Извинись быстро перед Ерой. Так, ну ладно, ладно, Ера не нубасик, но, братанчик, мой кейс, ты сейчас понимаешь, что сейчас будет самый жесткий дропчик. Стой. Вторая попытка. По одному кейсу, говорит. Да блин! Ты хуже, что ли? Не, вторая попытка. Я знал, третья же попытка. Да блин, чё, блин? А что там было за сколько? 68? За 80. Ладно, мой кейс сегодня в пролете. Давайте кейс Коти, но у Коти, надеюсь, хуже, чем у меня будет. Потому что если у него сейчас что-то жесткое будет, я бы... Найс. А прикинь, у всех был бы окупный, кроме тебя. То есть у каждого был бы окупный, у тебя был бы самый худший. Не, мальчик, обычно просто наоборот. Обычно у меня окуп, у остальных как бы... Ну, смотри, давай. Блин, а что, только у Еры получается пока самый жесткий кейс? Ну и у меня, конечно. Получается... Ну, слушай, ну упали перчатки, это очень жестко на самом деле. О, 84, ну с текила тоже, кстати, кейс окупил. Не, нормально. Но пока что Ера лидирует. Ну это просто повезло, если бы типа, я свой кейс открыл, то мне бы так же выдало. Так, ну 58. Ну, слабенько. Катя. Да, 1 рубль, ты в минус. Катя, что ты наделала? Так, ну маги сейчас дигл выпадет. Маги сейчас дигл. Маги тоже могут. Слушай, ну пока как будто Ера лидирует. Конечно, давай... перчаточки, это же вообще жесткая имбулечка. Погоди, Рикард, а почему у тебя нет кейса? 77. Не знаю, кстати. Ну ладно, у меня тоже кейса не было очень много времени. Так, Веля. Че, реально, что ли, у Еры самый дорогой кейс? А, вот на басик, а. Кто на басик? У тебя хоть же всех дроп было. Ты рофлишь, смотри. Я вот сейчас открою, смотри. Кейс мафиозника не окупил, и последний кейс Раша тоже не окупит. И потом я открываю свой, оттуда выпадает просто какая-то дорогущая вещь. Вот просто спорим. Смотри, вот Раш. Ну, юмгазик. Смотри, вот просто с первого кейса открываю свой, вот чекай. Ну, у меня просто реально самый жесткий кейс, ребят. Ну, чекайте. За сколько упадет предмет, скажи, за сколько? Блин, ну, вообще, у меня есть кейсы, может, вот даже дигл выпасть. О, скачаю себе картиночку дигла. Да, блин, не этот дигл! Должен был другой дигл! Блин, надо было уточнить, что урет. Да блин! Смотри, ну Вася, капитан, закапываешь свой кейс, ой, попищик. Короче, ладно. Ну, ребят, просто как бы, я уже, видимо, слишком много вынес из своего кейса, и вы, наверное, тоже, поэтому, ну, так, мне, блин, не хватает на ножевой кейс, я хочу попробовать ножевой кейс открыть, на самом деле, давай что-то сольем. У тебя же есть, у тебя дроп есть в крафте, может быть. Давай что-то, да, нам сейчас что-то слить, так. Или продать или скрафтить. Рестлс, пошел-ка ты нафиг, Рестлс. Так, у меня 2400, короче, можно сейчас открыть кейс изи нож. Фу,
Ну это рискованно, Рикардыч, на самом деле, учитывая, что я сюда закинул последние 2000. Почему это рискованно? Ты рофлишь, это же изи нож, должно быть изи. Ну тоже, кстати, только я его куда-то потерял, на самом деле. Изи нож, не изи найти. Давай только медленно, потому что он стоит 2300. Ну из ножей здесь что такое окупное прям есть? Блин, хочу М9 какой-то выбить. Короче, ребята, надеюсь, вы зарядите лайк. Все, погнали, открываем просто изи нож. Надежде, что что-то выпадет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Стилета! А сколько стилет стоит? Пожалуйста, скажи, 1500. Сколько стоит, я не посмотрел. Минус 1400. Так, окей, не тильтуем. Потому что у меня еще хватает на один мой кейс. Чекай, Рикардыч, чекай. Он меня сейчас один твой кейс? Так мы ты что сольем? Ты рофлишь, что ли? Ты рофлишь? У меня лучший кейс. Лучший кейс всю вселенной. Перчатки! Блин, не нравится твой кейс. Пожалуй, не буду у них. 179 рублей, слушай. Так, ладно, давай посмотрим вообще, что нам выпало за сегодня. У меня два предмета еще для контрактов какие-то. Давай засунем тоже. Нам только на 6500, слушай. На 6500, учитывая, что мы закинули 2000, мы, в принципе, уже в окупе в X3. Но, ребят, я сегодня пытаюсь прям дойти по максимуму, как-то ограбить сайт. Я такого еще, по-моему, не делал. Прям вот именно до какой-то большой суммы. Вообще не буду себя останавливать. Играем. Короче, 6500. Надо делать контракт по-любому, потому что... Что думаешь, сделать или лучше продать и кейс? Надо делать контракт по-любому, потому что... Что думаешь, сделать? Да делай лучше! Закинь контракт, как говорится! Заряжайте лайк, потому что 6500 рублей просто уходит в контракт! Пожалуйста! Чекай, у тебя нож выпал, чекай, старшин! Это не нож. Но 7700! Это что за морковка у тебя? Это ножик твой, который тебе выпал. А прикинь, если разрабы на 1 апреля добавят какую-то рофильную обнову, где будут, допустим, ножи, там, не знаю, морковка. Морковка-нож. Рофлишь. Это офигенная идея, кстати. Морковка-нож. Разработчики. Давайте там оформите, что такое. Или на Новый год следующий чисто сосулька-нож. Ладно. Короче, у нас 7700. Что будем делать дальше? Так, что дальше? 7700. Может продадим еще кейсиков крутанем? Да. Ну, конечно, денег-то нету. Осталось 38 рублей. Ты рофлишь. Да, надо еще. Блин, 7700 на балансе джиджишки. Ребят, мне самому интересно, но я, наверное, сейчас знаешь, что сделаю? Во-первых, открою свой кейс, потому что сейчас, вот сейчас, чекай, Рикардыч, вот сейчас. Не-не-не, это не оно, это... Ну. Тут 5 рублей выпало! Вот сейчас, 5 раз! Рофлите, что ли? Коку, побасик, стоп! Да я хочу что-то дорогое выбить, как из кейса Еры. Ну, кстати, смотри, он окупает, видишь, по чуть-чуть окупает. Пока что. Да, он реально окупает. Ну, небольшой минус. Ну да, ладно. Да, блин, кейсик, дай, пожалуйста. Я не знаю, почему... Попробуй кейсы Еры там. Еры, иди, открой кейс. Я не пойду его открывать, я сейчас открою, мне сразу выпадет там какая-то пушка за 100 тысяч, наверное. Быстро иди, открывай кейс Еры, я сказал. Быстро, дорогулечка. Если я сейчас пойду и просто открою один кейс, там выпадет что-то дорогое, надо будет отменять кейс Еры. Вот смотри. Фуф, хорошо. Не, видишь, у него за 2 рубля, не-не-не. Открой 5. Быстренько, открой сразу 5 штук. Чекай, просто 5 своих. Просто 5 своих. Да блин, что? Реально, что ли, так все плохо, что ли, с моих кейсов? 60 рублей. Какой навазик. Не открывай свои кейсы больше. Ладно, окей, вот 5 еры. Ну, смотри. Нормально. Блин, фигня же, нет? И все равно в минусе. Подожди. Так у тебя ты ве... лучше, чем у тебя. Так, нет, все, я отсюда выхожу. Он позорит мой кейс. На фоне, так, на контрасте. Так, ну, если у тебя кейс на басик, что можно сделать? Так, я знаю. Я знаю, Рикардыч, один очень топовый кейс на джиджишке. Это, наверное, мой самый любимый кейс. Потому что ты приходишь в него нубасиком, уходишь из него мажором. Погнали. Шишка. Нормально, 400. А он стоит 300. Короче, 10 раз откроем его. Давай вот так сделаем. 5 раз просто откроем. Чекай, это изи окуп. Вот это реально окуп. То есть должно... Видишь? На 2000. Окуп или нет? А сколько ты потратил? 1500. 500 рублей сверху. Не, нормально. Так, и напоследок 3 кейсика таких. Чекай жесткую тактику. За 800. Так нормально, кстати. Так, теперь в контрактике все это дело пихаем. Тебя тоже в контракт, чувачок. Так, все, смотри, у нас на 3600 контрактик. И еще 4800 на балансе. Создаем контрактик. Чекай, это просто сейчас самая жесткая тактика. Смотри, я создаю контрактик. Как это с балансом что-нибудь добавил? О, 3500! Мэнчик, все очень просто. А сколько смотри. Потратил? Подожди, сколько я потратил? Захожу в апгрейд. Примерно столько же. Захожу сейчас сюда. Окей. Чекай, жесткую тактику. Цена. Мне нужна цена от 12 тысяч. Сколько ты что, вообще шибанулся, что ли? Капитон? Не, Рикардо, чекай. Я такого, конечно, еще не делал.
Поч-поч-мак. Делай поч-поч-мак. Давай, Леза. Поч-поч-мак. Ой, ну баси. 45% шанс, ты рофлишь? С балансом, понял? Ну, какой-то скин и еще баланс. Все. Шанс хорош, окей, шанс хорош. Короче. FNFL Laser. В принципе, это первый NML скин. Надо на него начать. Надо показать GG-шке, что нас сегодня интересуют только NML скины, ребят. Зарядите, пожалуйста, лайк. Стой! А, ты выиграл? Что? Как ты работаешь? Рикардыч, какие-то... Какие-то вообще вопросы имеются к моим тактикам. 18 тысяч, что это? Ты сколько? Да, я дал. Ну, где-то получается в районе 8. Ну, получается 45% шанса. Окей, у нас есть FNFL Laser. Надо придумать, как дальше вообще двигаться с FNFL Laser. А может еще один, апгрейдик? Давай, давай. На что можно проапгрейдить? А сколько здесь авик-дыха стоит? А, 70 тысяч голды, да? Попробуй сразу авик-дыха. А какой сейчас шанс? А какой сейчас шанс на авик-дыха? А ну-ка, давай. О, 26! Не-не-не-не-не-не-не, опасно вообще, трофлишь. А я бугорну. Так пробуй, что же Новый год? Может сначала, допустим, до Treasure Hunter'а, а потом с Treasure Hunter'а попробовать до другого Treasure Hunter'а, чтобы джишка зарядилась, что нам на сегодня нужен Treasure Hunter. Что-то я этот... Да, Мэнчикус, согласен, Мэнчикус. Блин, страшно, что? Не солью! Так, а мы если, может, короче, если я солью сейчас этот апгрейд, я съем эту банку. Это как связано? И постригусь на лысо, если я сейчас солью. Но такого не будет, надеюсь. Блин, зачем я это сказал? Сейчас как ты осло залил? Короче, ребят, я надеюсь, вы просто заряжаете лайкос, потому что 18 тысяч на кону. Погнали. Пожалуйста, не сливай, Стой! Найс! Ты затащил! Найс, почему я не упомянулся! Почему полоска красная? Не, смотри, красная почему полоска... Почему полоска красная? Это наоборот, типа, ты чё не делал апгрейд? Это наоборот, вот то, где должно остановиться. Апгрейд это не делал. И раньше они по-другому выглядели. Чё-то новенький апгрейд это. Уф, Рикардыч, у меня сейчас камень с души упал. Ну я, кстати, это, кстати, по-моему, самый вообще дорогой дроп на джиджишке. Ну-ка, где посмотреть твой самый дорогой дропчик? А, ну вот еще М9 был. Ладно, не самый дорогой. Так, окей, апгрейдик, ребятки. Мы в шаге от Treasure Hunter, что я могу сказать? Сколько сейчас? Реально апгрейдить для Treasure Hunter сразу? Ну смотри, он стоит, ну, на 46% шанса. 6% шанса. Нет, шансы на самом деле хорошие. Давай, если... Ну, будет сложно быть. Если сейчас не пройдет апгрейд, то что ты сделаешь? Ну ты нубасик, ты стригаешься на лысо. Давай! Мотивация чистая, реально? Ребят, ну надо лайк зрить. Блин, а ну должен... Нет, блин, нет, ладно, не надо... Давай, это же так. Интересно становится, поехали. Ладно, все, апгрейдим. Да, как же? Стой, а ты почему сразу нажал, подождал, Блин, а у меня, короче, мандраж какой-то был, я подумал, лучше просто нажать и уже просто принять результаты, забить вообще, не думать о том, что будет. Окей, ребят, давай посмотрим, на что можно вообще проапгрейдить Treasure Hunter. Это же, по сути, не сам. О, смотри. Да голд скула, 9%. Короче, смотри, у меня есть идеи. Ты продаешь Treasure Hunter, и на всю голду ты открываешь свой кейс. Смотри, на дигл ауропись. 55% шанс. Чё, вообще, что ли, псих? Не надо это, не это, это очень плохой вариант, капитан, это очень плохой вариант. Не, ребят, ты если вы, ребят, если вы влепите и соберете под роликом, не знаю, 1015 лайков, то будет спидран до Дигла Ауры, потому что его тоже у меня в сэндофе еще нет. Но, я не знаю, ну это реально, если только соберется столько лайков, даже, наверное, 20 тысяч. Короче, я предлагаю выводить, на самом деле, Treasure Hunter, потому что мне страшно, что я сейчас солью, у меня даже немножко руки трясутся. Не, погнали, подкрываем кейс капитонова, ты сейчас... Я хочу вывести свои 70 тысяч голды, ну его нафиг. Так, получить скин. Короче, ребят, это мой самый, наверное, крупный вывод на GG-шке. Мне заодно интересно, вообще выведут ли они или нет. Сейчас я подготовлю все для вывода вроде и учусь к вам снова. Treasure Hunter вроде не вводит. Ну-ка. Хотя, надеюсь, выведут. Вот заодно и проверим. Все, сейчас включусь к вам снова. Так, ребята, все, в общем, я подготовил уже скинчик, жму кнопочку. Готово. И теперь я, получается, в стендофе. Смотрите. Ой, ладно, Рикард, сейчас скрою твою вебочку. Скрою телефончик.
понятно. Жму кнопочку создать. Все, у меня стоит скинчик с двумя наклеечками. Рикардыч, я возвращаю тебя. Все, нам, ребята, осталось просто дождаться, когда нам выведут. Я очень надеюсь, что выведут. И я уже смогу купить себе Treasure Hunter. Сколько он сейчас стоит? Надеюсь, он опять подешевел. Блин, он 78 тысяч голды стоит. Возможно, сейчас продать придется, но пофиг. Надеюсь, что сейчас выведут. Let's go. В ожидании. Настик, ребята, я купился на джишечке. Если вы тоже хотите поиграть, то вся информация будет закреплена в комментарии. Итак, ребяточки, пришла голдишечка на балансик. 73 тысячи голды. Но, к сожалению, не хватает немножко на Treasure Hunter. Мне придется сейчас немножечко раздобыть голду. Походу придется продать какие-то скинчики. Сейчас я это сделаю и включусь к вам снова. Все, ребята, в общем-то, я, получается, продал парочку своих скинчиков, и у меня ровно 79 тысяч голды. Как раз столько мне и нужно на авик. Я вот сейчас думаю, купиться с сэндстоунами или с львами. Какой тебе больше нравится, Рикард? Пирофли, сэндстоуны дороже стоят на боссе. Окей, ребят, это легендарный момент, потому что я сегодня впервые вообще за всю жизнь буду покупать себе авик Treasure Hunter. У меня его до этого никогда не было. Стой, подожди. Я уже офигеешь, если я сейчас... Ах, ты ж на балансе. Ты хотел... Ты хотел его купить, как в тот раз. Так, ну давай его, наверное, сейчас применим. Так, кстати, ребят, у меня уже по факту так-то почти все авики в игре-то уже есть. Походу скоро... Так, все, я его применю, потому что я хочу теперь побегать с этим авиком ТХ. Капец, ребята, я не знаю, если вы поставите лайк и подпишитесь. Давай сейчас осмотрим его просто, ребят, в лобби. Все, сейчас я телепортируюсь в лобби. Ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, какая это тяжелая артиллерия. На самом деле у меня первый раз. Посмотрю, нормально. Ты же наклейки снял, вы мне. Вот смотри, наклейки. Блин, нифига себе авик. Слушай, он как-то... Блин, у меня реально первый раз авик ТХ. Вот сколько я играю в сундов, первый раз. Еще у меня нету диглаурет, ребята. Надо будет его залутать, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это событие. Ставьте лайки, подписывайтесь на Рикардыча и тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. С наступающим вас или уже с наступившим Новым годом. Тыкайте на ролик, который появился у вас на экране. И всем пока-пока-пока, до новых волнующих встреч. А я, наверное, сейчас пойду дуэлечку играть с Рикардычем на новых авиках. Все, всем пока. Всем покусики!